Всем привет! Мы сейчас с мальчиками-участниками находимся в батутном парке. Вот, тут оба полуфинала. У нас сегодня, посмотрите, сколько много участников. Задавайте свои вопросы. Вот, я похожу у мальчиков, поспрашиваю, как им мастер-класс. Вот, всем-всем привет! Вот, пошлите, посмотрим! Хи-хи, помашите ручкой! Этот позор. Это перископ. О, давай, чёрт. Рассказывай, нравится ли тебе? Да. Тебе? Мы приехали в батутный центр. Вот это, да, он со мной. Да, вот это тоже. Давай. Здесь давай. Довольно-таки весело. Вот прыгаем все этой херней, маемся. А я на такси из Ленинграда за 300 доехал. Так, ясно. 300. Вопрос, если будут парни вопросы, то я вам прочитаю, и вы ответите. Ого, 21 человек. Меня еще ни раз так много не смотрел. У меня максимум 8 человек. Да? Да. У меня все гибко. Короче, 21. Давай трюк. Трюк? Сейчас ебнусь. Сейчас. Пойдем со мной. Что за мат? Надо трюк, чтобы больше смотрела. Пойдем со мной. А Лера сегодня веду трансляцию я. Вот мальчики. Да, ясно, хорошо. Давайте трюк. Сейчас, короче, прям фейл. Хороший трюк. О, Ульяна. Ой, Юля, привет, Ульяна, читаю ник. Привет, привет. Как вас много. Так, сейчас объясняю, мы находимся с нашими участниками конкурса «Мистер Старшеклассник 2016 в первом батутном парке. Вот, надеюсь, все поняли, где это, да? Вот, мальчики у нас сегодня прыгают. Это перископ. Фокусики. Канал расследования. Мне говорят только Лера, привет. Лера, привет. Да, всем привет. Мама. Так, все. Мама, забери меня. Ну, что ты случайно не умею этим пользоваться еще. Вот. Вот так. Во мне лайки. Я тоже хочу. Два раза нажми. Мама. Развернуть. Да знаю. Мама. Какое у вас настроение? Мама. Нормально. Все. Все хорошо. Ему маму надо. Нет, я вас не буду. Так, я на работе, мать работает. Парни, вы лишние в кадре, вам сказали. Нет. Все как надо. Все как надо. Вот. У нас вообще круто, мальчикам нравится. Вот. О, вот тут еще круто очень. Давайте, прыгайте. Чепецк? Нет, не знаю. Погодите. Это первый батутный парк. Привет. Так, пришел. Сейчас Лера уйдет, и Даша будет с вами разговаривать. Сейчас Даша погоди, еще побегу. А, она еще фоткать будет. Вот так вот. Даха пришла. Кирово-Чепецк не знаю, я не знаю. Мальчики. Давай что-нибудь расскажи. Ничего, я как ДЦПшник опять буду. Вы чё? Это у нас город Киров. Скажите, нормально ли нас слышно, потому что мальчики кричат, и я не знаю, насколько вы хорошо слышите. Нет, Кристин, сам Кирово-Чепецк знаю, но не была там. Даня, привет. Это Даня, я их уже не выучила. Ну, Даня, привет. Даня, привет. Привет! Вот, будем снимать еще сегодня. Кировская область. Кристина, не надо. Вот. Парни, прыгают. Я сегодня очень удивилась, что так много участников. У нас всегда их много, но вот сегодня все полуфиналы, то есть два. Кристине тоже очень-очень скучаю. Приходи к нам. Диму Шубина. Кто Дима Шубин? Кто не знает, кто Дима Шубин? Никто не знает. Я пока не особо ориентируюсь, поэтому не спрашивайте меня показать участника или кого-то еще. Кристин, хоть сейчас приезжай. Вот. Совсем скоро у нас будет первый, второй полуфинал. Вот. А куда мы в следующий раз пойдем? Так, куда? Я не знаю пока, куда мы пойдем. Который Халк. Так. Который Халк. Так, это который самый высокий. Да, я знаю. Я не могу его найти. Он где-то скачет. Блин, ну, в общем, я вам показываю, в общем, кадром. Вон он.
вон он, прихал. Поболтайте со мной, стой, поболтай со мной. Хорошо. Давай, рассказывай, как тебя зовут? Громче. Где попить можно? Попить в коридоре. Спасибо. Меня зовут Юра, я из 66-й школы. Ага, что-то, ага. А кто такой Руслан Высоков? Я не знаю, пустить. Я тоже не знаю. Давай, ну расскажи, нравится ли тебе в батутном парке? Ну все необычно, новое. Понятно, нравится, но это страшно. Непонятно ничего. Ну ладно, давай, иди прыгай. Это рекаут, пусть Дима подойдет, да? Просто вон он скачет, ему не до вас, знаете. Дим, тебя зовут. Что, что? Говорит, пусть подойдет. Давай. Что, я подойду? Да. Что мы делаем? Рассказывай, как тебе? Ну, неплохо, в принципе, да. Блин, что такое все? Что говорит? Передай привет Клёну. Все, погоди, погоди. Привет Клёну. А, привет Клёну. Там это, а что, перископ? Сколько человек смотрит? Подожди. О. Это, короче, подожди, я что-нибудь скажу. Кому-нибудь, нет, я не бью парней. Подожди, да, я что-нибудь классное расскажу. 61 человек. Так, ну, в общем, сказала, в каком городе? Сегодня у меня день был сложный, очень сложный. Это Халк, он сложнее. Вообще, он говорит как раз. Сегодня день был пиздец. А мне говорят, иди сама скачи, я не могу, я пью. Я в следующий раз попрыгну, в тот раз. Да ладно, ничего, ничего. Ничего страшного. Я вот тоже пью. Что, давайте вопросы. Блин, встаньте рядом, не бегите, давай. Привет, Ром, говорит. Здрасте. Привет, Ром. Кристина Толмачева, говорит. А, давай. Привет, да. Откуда он меня знает? Кристина, откуда ты его знаешь? А я откуда тебя знаю? А ты кто вообще? Пойди отсюда. У вас хорошее настроение сегодня? Нет. Да. Плохое. Я не поняла. Ты с дуба упал? Да, очень. Ты с дуба упал? Да, иди. Очень, очень. Ты уходишь. Так, в общем, давайте, идите прыгать, все. Вот у нас парни. Вот так вот со мной вот всегда. Вы женщины, вы все женщины одинаковые. Вы вначале говорите. Иди сюда. Иди сюда, а потом уходи. Это психология, в общем, это Дима. Не психология, это дебилизм. Ты сказала, что ты не можешь снимать. Я должна. Это моя работа. Ладно, давайте, все. Идите прыгать. Мам, я сегодня, я короче, уже часа два не ел. Даша ходит, вот. Даша, ты фоткаешь? Нет. Я два часа не ел, ты понимаешь? Два часа не ел. Котик не ел. Кто смотрит перископ, принесите, пожалуйста, нашим участникам покушать. О, мне, смотрите, мне, короче, пиццу большую такую. Заказывать. Потом, короче, рожки там, соусом там, короче. Тебе две. Сказали, что не принесут. Это я так-то тебе мягко перевожу. Что тут пишут? Можно я такое, типа, лицо сделаю, типа, я плачу? Давай. Давай. Я могу слезку пародировать. Зайчики-попрыгунчики. О, давай, типа, смотри, погоди. Кто в белой футболке? Ничего, такой Ромчик, да? Погоди. У нас все красавцы. У меня сценарий, короче, придумал. Йо, типа, мой... это, короче, кирпич. Я ему по башке бью, и он падает. Я туда падаю. Давайте. Копирайся. Сатанисты. Вау, круто. Пишите, как у вас дела. Смотри, я убью его. Расскажи, смотри, он умрет. Пишите, как у вас дела. Покажи парню белый футбол. Где Ромчик? Он ушел туда. Я не знаю. Ну вы что мне? Они меня бьют. Знаешь, ты что? Они меня кидают. Я знаю, что случилось. Меня не пускают эти батутики. Говорят, что я большой. Не пускают. Не пускают. 90. Ой. Так, пойдемте дальше. Я стою на одном месте, они меня окружили. Ты меня точно позовешь сейчас? Кристин, да. Ты сама приезжай, вот, видишь, сразу же, будь наготове. Давай, расскажи, как тебе батутный парк? А, погоди, точный вопрос, где находится батуты? А, это Ленина 1Б, а, это первый батутный парк в городе Кирове. Кстати, когда мы делали обзор на Fixbox, там мы рассказывали про батутный парк, про то, как у них есть тут квест, а, вот батутный сам парк. Приходите, тут очень круто, я уже тоже снимаю не первый раз. Тебе нравится? Очень. Что именно дальше? Вот. Можете сами смотреть, как у нас весело. Ну, вижу, парням очень нравится. Пусть Халк покажет бить. Я к нему подойду, попозже покажут. Напомните. Перископ, да. Кстати, я, наверное, только во второй раз буду трансляцию, мне нравится с вами разговаривать. Задавайте вопросы. Что вам интересно? Не забывайте, что совсем скоро у нас будут первый-второй полуфиналы. Это 28 февраля и 13 марта. Приходите обязательно. Парни готовятся, они очень переживают. Но у них все получится, вот. Парни, верните. Вот вам все парни.
Витя нас даже снимает сразу, можете видеть, да? Халка вернуть, ну блин, он слишком много. Когда будет следующая мисс? Так, мисс у нас обычно бывает с сентября, с августа примерно. Поэтому в конце лета уже точно будет начало сезона 2017. Ой, нет, 2016. Поэтому заполняйте анкеты, девчонки, будет не менее круто. Игорю привет. Игорь, да, я передам ему кусты. Смотрите, вот, Халк, как вы просили, его снимают, вот, трюки показывают. Вот. Копанева, давай, пишите мне Копанева. Давай я покажу, потому что я не особо еще выучила. Вот, кто-то тут вылетел. О, я могу, знаете, куда сесть? Вот сюда. И все. Мне будет видно все. Ром, а почему я не прыгаю? Потому что я сегодня не готова, у меня нет формы. Ты звезда теперь, Дим. Так. Я всегда звезда. Я у мамы самый. Вы видели мое лицо сейчас? Я самый лучший. Подожди, можно ли что-нибудь красивое сделать? Вот можешь так на заднем плане? Я такой... О, типа... Челочка, челочка ровно. Бицеп покажи, просит бицеп. Он отказывается. Ну ладно, на секунду. Давай, раз, два, три. Все, видели? Вот. А теперь я посижу. Посиди. Смотри, нет, я буду... Вот это вот, это взрослый человек, да, вот это ребенок. Дети. Ребята, подключайтесь к трансляции, задавайте вопросы, я вам все расскажу. Вот что это? Вот что это такое? Вот как мы с такими людьми работать? Мам! Ну что? Что ты меня не... Лови меня! Да, нет, пожалуйста, покажи. Я, приветик всем. Оп. Димон там скачет. Опа! Хаймян, вот. Yes. Давайте, можно вот так вот. Расскажите что-нибудь. Так. Давай, хомяк, какую-нибудь историю. Блин, вас видно было вот так. Я пришел 2 часам сюда, вернулся в центральную гостиницу. А я за подругу сегодня заступился. Вот. Витебские мальчики золотые. Да. Я не золотой. Я сегодня не пожрал. Я не золотой, я прошли. Помашите, пацан, помашите ручкой. Ну все помашите ручкой. А меня? У тебя тут первый очередь. Можно как-нибудь я красиво? Да что, что? Сфоткай меня, короче, в образе. Я не фоткаю. Даша фоткает. О, а я тоже хочу в образе. Да, Кристи сразу себя поджали, а мне говорят, убери пацанов. Подожди. Вот у меня, короче, классная идея. Смотри, там замок. Там замок. Даша фоткает. Даша фоткает. Фоткает. Я, короче, замена что? Сфоткала. Замена Штольца, а я замена Даши. Сфоткала. Сфоткала. Я видео снимаю. Сфоткала. Даш, тебя Кристина... Я целую воздушный поцелуй. Пожалуйста! У меня классная идея, короче, смотри. Я очень трюк. Смотри, какая идея, короче. Типа, вот видишь замок. Я типа делаю вид, что я туда захожу. Ага. И она такая фоткает. И типа я. И типа замок мне уже мало становится. И там есть там и твои киви, там, миски, там. Типа будем бабки там собирать, что? Просто это так есть. Смотри, куда забралась. У нас весело, я вам отвечаю. Приходите. У нас осталось еще пара мест на участие в конкурсе мистер старшеклассник. Ну, помашите рукой своей, вот так. Приглашайте на шоу. Рекламу. Приходите на шоу мистер старшеклассник. Какой полуфинал? Второй полуфинал. Сейчас фотки подожди. Да, второй. Давай, зазывайте народ. Кто не придет, тот не хороший человек. Это очень классное шоу. Далеко это что, что ждать вашего номера, мой любимый вопрос? Ты не сфоткала меня, когда я залез туда! Сфоткала. Не сфоткала? Сфоткала, потом посмотришь трансляцию. Ладно, все, давай. Погоди. Давай. А, девчонок закадри. Погоди. Сами придут, что? Ну, говори. Что ждать вашего номера? Ой, куча эмоций. Своих или чужих? Своих и чужих. Окей, хорошо. Сейчас порву. Сейчас порву. Не вижу. Сейчас порву. Агрессивно. Всех порву. Это претендент на победу. Нет. Конкурсе. Так, пошлите дальше. Можно снимать все? Не знаю, наверное, да. Но
Давайте, ребят, подключайтесь к нашей трансляции. Пока я с вами болтаю, я могу вам все рассказать. Да? Да. Где Палентунёва? Палентунёва у нас уже давно не работает. Вот. Вот. У нас Миша Колыванов. Сегодня Даша. У Даши была возможность сегодня приехать. Также, кстати, у нас сейчас проводится отчет по билетам. Где-то вот там, не знаю. Понимаете, вот я бегу за людьми. Так. Камон. Привет. Тихо, привет, давай. Рассказывай что-нибудь. Что рассказывать? Это к мастер-классу все... Роман Момент. Рассказывай. А, мастер-класс. Отлично. Что, позвать Дашу? Давай, да, можешь позвать. Приходите все. Пользуйся. На... Чего? Пользуйся случаем и приглашай всех. Да. Приглашаю всех на конкурс мистер старшеклассник 2016. В первый или второй полуфинал, без разницы. Везде очень круто. Туда и туда приходите. Да. Боба. Все сдружились. Куча народу. Непривычно. Ну, тебе нравится? Очень. Что же дашь к конкурсу? Куда бы хотел сходить? А, не знаю. Еще какой вопрос-то? Куда бы ты хотел сходить? Пошел ведь. Я. Давайте. Он бы хотел сходить. И переверну, ребята. Вот так вот выглядит. Нет, я забыл. Вы опять отошли все. Вон, его можете спросить, он знает. Кто? Давай, рассказывай. Имя, имя, фамилия, возраст, класс. И, ладно, шучу. Давай, рассказывай. Данила Горный. 16 лет, не жена, детей нет. Не жена, детей нет. Ладно, давай. Ага. И что рассказывать? Данил, тебя Кристина Толмачев узнала. Приветики передай. Нифига, она говорит, ого, Данил. Привет. Нифига, привет. А, привет. Ой, я не знаю, что рассказывать надо. Тебя? Нет. Ты узнаешь этого человека? Этого человека узнаешь? А ты ее не помнишь, она сказала. Но она тебя помнит. Так все звезды. Я не знаю, кто там. Понимаешь, мы все звезды. Мы тебя просто тоже звезды. Мы в звезды, но мы не в космосе. Йоу, мазафака, йоу. Гае, мой рэп. Мой рэп, он не простой, но он крутой. Тебе не нравится мой рэп? Иди отсюда, пожалуйста, йоу. Как? Шикарно. Спасибо, я это на миску готовлю рэп просто выступать. Ага. Ой, на миску говорю, на мистера, ё-моё. Я же уже не мистер-шеклассница больше. Больше нет, да? Завязал. Так, вот у нас парни скачут прямо оттуда. Ты про Есенина... А можно я прыгну? Прыгай, давай, трюк. Трюк? Трюк надо. Трюк. А тебе от Кристины привет, кстати, вот Игорь. Кристина, привет. Я не снимала трюк. А зачем? Да, Кристине привет. Так, Кристине тоже привет, давайте. Опа, вот это трюк был. Вот. Все, мы пошли дальше, ладно? Погоди, сейчас прогрузится, она должна написать, что это трюк. Уй, зай. Спасибо. Что за дебил? Вы нарываетесь, ребят. Человек 1,90 роста. Понимаете, что? Я еще 90 кг вешу. Еще 90 кг, как бы. Сладкая парочка. Так, дам, 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 дарига, дам. Весело? У нас видеооператор прыгает. Кристин, приходите, уже сказала. Ой, приходи, прыгай. Прыгай, я не могу. Подожди, я в юбке. Ну и чё? Так же лучше. Так, ладно, пошла. Посмотрим дальше, что парни. Я говорю в тот раз, просто ко мне приезжал человек, я тут упала. И поставила себе огромный синячок. Вот что. Привет. Расскажи что-нибудь. Да вообще круто, позитива море. Что еще? Давай еще. Свари мне дошик. Я хочу дошик. Ну тогда и мне нужно. Не, в основном нормально кормить. Она хорошо готовит дошик. Да? Да. У нас замечательная мама. Я к тебе в гости приду. Что? Я к тебе в гости приду. Ну ладно. Так. За дошик. Давайте тоже. Ага, прыгать пошла я. Ей. Угу. Вот, парни скачут. Ладно, давайте, ребят, я пойду уже тогда. Так,
Все, Кристи, я отключаю трансляцию. Всем желаю отличного настроения. Может быть, попозже мы включимся. В общем, проводите свои будни и выходные дни как можно ярче. Приходите обязательно в Патрульный парк. Всем-всем пока!